Одинцовские полицейские при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» недалеко от одного из СНТ задержали 45-летнего таксиста, подозреваемого в сбытии наркотических средств. В ходе осмотра транспортного средства злоумышленника было обнаружено и изъято 9 пакетов с веществом светлого цвета. Проведенное экспертами-криминалистами химическое исследование подтвердило, что в двух пакетах находится наркотическое средство – героин, массой примерно 2 килограмма. Остальная часть направлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Одинцовским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.